Здравствуйте. Зухры нет, Зухры? Нет. О боже, что о боже? Валикум ассалам, валикум ассалам, валикум ассалам. Тройной. Привет, шайх. Чего? Вову, пожалуйста. Шаих Тиволов. Передаю привет. Нет. Привет. Помнишь ли я? Это не знакомое лицо. Нам мы вместе были, мы разговаривали. А, ну хорошо. Как дела? Как нормально? Падает. Что падает? Да ничего. Настроение. Алейкум ассалам. Аллахаха. Привет, Мадо. Что делаете? Мы работаем. Где? Магазин. Мужская, женская одежда. Вау, если мужские что-нибудь. Приезжай в Самару. А? Приезжай в Черкесск. Зачем? А, хорошо. Одежда. А, просто сама одежды нет. А сколько лет там? Ты забыл? 17. Обеим? Обеим? А? Обеим? Да. А, ну хорошо. Когда 18 будет... Когда 18 будет, допишешься. А, ну я не думала, просто что именно нас ты отключишь. Просто мне неинтересно. Ну ладно, Рома. Ничего, отключай. Я ничего не понял, заново скажи. Я говорю, что я не думала, что ты нас отключишь. Обычно я что, отключаю, что ли, вас? Ну ты я так говоришь, отключу. Ну хорошо, давай 18 будешь, типа, зайдешь. Я просто сказал, что 18 будет, напиши мне. Чтобы я вас поздравил. Выключился. 20 лет. У меня это хорошо получается. Друзья уехали, скучно стало? Откуда ты знаешь? Следит нас за тобой, я же говорила. Я всегда сижу в твоих эфирах. Да. А, ну сиди тогда. Сижу? Ну сиди, кто тебе мешает? Мама звонит. А? А, это типа, нас мама зовет. Ладно, спасибо за эфир, пока. Пока я отвечаю, что он, кажется, вообще пока? Снимать не будет. Спасибо. Пожалуйста. А за что спасибо-то? Одна тварь написала мне, что я кто, черт или лох, женское имя будет. Ты сама черт или лох. Ревновать будет, конечно, я специально делаю, чтобы она ревновала ко мне. Смотри, хочу эфир. Привет. Слышишь, кому же лучше мне? Где это? Как говорил Станиславский, выше гор могут быть только скалы. Кто такая Зухра? Это моя постоянка. Это самая Зухра, я не знаю. Где ты сейчас? Привет! Привет, Шамиль. Нету Зухры пока. Но я надеюсь, не теряю, что она зайдет. У нас сегодня дождик такой конкретный был. С утра. Может, и ночью. Рома, кто такая? Привет. Привет. Кто такая Зухра? Моя постоянка. Ну кто это, скажи? Серьезка моя. Серьезка? Как дела? Нормально, а у тебя как? Нормально. Что делаешь? А, хорошо, Шамиль. Бабуля, привет. Что делаешь?
Бегай, блин, не видишь, сижу. Вижу. Чего кричишь-то? А ты куда? Я за запчастями приехал. А, хорошо, приезжай тебе. Хорошо тогда. Давай. Меня тупит. У кого тупит? У кого тупит? Слышишь? Слышу. А у кого тупит? Сковородку купила, говорю. Ой, Рома. Что? Нормально себя чувствуешь? Нет вообще? Заново расскажи, пожалуйста, историю про сковородку. Отстань! Я же пожалуйста сказал. Это же не смешно. Я, короче, сковородку купила, да? Из ты, блинчик, получается. Из ты! Из ты! Из, ну, правильно, из ты. Из ты и... Ты из ты говоришь потом в конце Игорь. Из ты и, что ли? Из... Оф, из ты! Из ты? Ну, там... Оф, всё, это не азербайджанец, ты не понимаешь. 1000 рублей, 1000. Это... А ничего, меня помнят еще? Помню, как тебя забудешь? Конечно. Истинный блинчик. Белла. Ай. Ты что, рассталась? С кем? С мужем? А? С кем? С мужем? Давай на без этого мужа, блин. Мы же не поженились, чтобы мужем. С супругом? С женихом? Конечно. Расстались? Почему? Он мне, знаешь, что говорит? Ага. Он говорит, на машине кататься не будешь, а хиджаб наденешь, потом телефона не будет. Я такая, хорошо тогда, давай. И все. А что, ты не захотел, что ли? Какой из троих принципов для тебя был самый сложный? Машина. Второй? Телефон. Третий? Ну не джаб, уж он такой, типа, джинсы нет, там, футболки нет. Я говорю, давай тогда. Давай, сказал, буду. А он что сказал, давай? А он потом говорит, ладно, типа, с телефоном ходи. Я говорю, нет, так не бывает. А что потом? Потом все, я его в черный список кинула. Ты скажи ему, нормально разговаривай со мной. Я ему сказала. А он что? Он говорит, я нормально разговариваю с тобой. Я говорю, я не вижу. Скажи. Он говорит, что? А он что? Он говорит, ладно, говорит, ты на меня, говорит, не кричи, пожалуйста. Такой у тебя бабник, муж, жених. Белла, а как тебе жениха будешь искать? Эй, не материться тут в эфире. Сайт в Махачкале? Какой сайт? Москве? Один в Москве, другой в Махачкале. Хрена себе. Hello. How are you? Думаешь, я знаю английский? Нифига. А что когда hello говоришь? Да, это просто единственное слово, которое я знаю на английском. Да ладно, ты чё, я шучу. Ты такая шутница, блин, я не могу. Чё? Да, это где? Это где бассейн? Это я в Анапе, одна в отдыхе. Ну, прыгаем в бассейн тогда. Ага, конечно, с телефоном. А чё? Ну, ты посадки. Ты мне новый купишь? Я без купальника, здравствуйте. И чё? Чем отличается купальник от нижнего белья? Тем, что он из специального материала сделал. Купального. Ну, все равно же, если ты нижнее белье, ничего не видно не будет.
Логично же. Ой, замкнуло. Я вот, клянусь, никогда не понимал. Клянусь, никогда не понимал. Вот. Это же беспозорно, что? Заходит, ой, вот девушка на пляже, в купальнике она может этот ходить. Хотя нижнее белье то же самое, что и купальник же получается, а в нижнем белье она не может, мне стыдно говорит. А в купальнике не стыдно, а в нижнем белье, это как понимать? Вот девушки такие, непредсказуемый народ, общение, что это? Ура задержишь? Ура задержу. Она замкнула, поэтому убрал ее. Сейчас буду у каждой девушки спрашивать этот вопрос. Чем отличается нижнее белье от купальника? Я в трусах никогда в жизни не хожу, но я в шортах бываю на пляже всегда. Я могу и на улицу в шортах без майки пройтись. Такой... Я в Самаре сейчас дома. Кто мне сможет ответить на этот вопрос без девочек? Просто все держал, еще неделя осталась. Ну, здравствуйте. Я. Ну, сейчас я добавлю вас. Неделя. А что тогда вы стесняетесь показаться в нижнем белье, нежели в купальнике? Ни хрена себе в традиции. Испокон веков, наверное, да? Просто не знаю, зеркало тебя. Я не знаю, потому что у тебя интернет тупой, может, из-за этого. Не стесняемся, просто не хотим. Очень нижнее белье, не красивое. Интими семи магазина отсылается, там красивое нижнее белье бывает. Я не заходил туда, но просто знаю. Привет. Привет. Это... Как дела? Кого ты гладишь? Тебе. Тебе гладишь? Гладишь кого, говорю? Рука на чем у тебя? Ни на чем, просто лежит. А ты откуда? Я из перевоза, а ты? Перевоза? Да. Перевоз-то где находится? Короче, ты есть ВКонтакте? Есть. Можешь добавить? Зачем? Просто там спишемся. Я просто не сижу ВКонтакте. Почему? Ну, не отвечаю никому там. Музыку слушаю только. А что, со мной списаться никак? Я же говорю, клянусь, я никому не отвечаю. Ну, мне хотя бы ответить, что жалко, что ли. Ну, я подумаю. Ты красивая? Красивая? Да, увидишь, короче. Покажи. Я сейчас только после душа. Вот тем более. Но, конечно. Что конечно? Конечно, конечно. У тебя есть в Инстаграме ВК? Ну, это, ссылка ВК есть в Инстаграме? Есть. Сейчас. Жди. Тормози, да ты хоть лицо покажи, чем ждать. А вдруг она некрасивая, блин. Зачем так сразу? Ни хрена себе. Хотел вопрос опять задать про нижнее белье. Она мне не ответила. Она мне, оно этот, вышло. Привет. Привет. А тебе можно вопрос задать? Я как бы не ожидала, что не отвечаешь. Неожиданный разговор тогда получится. А вопрос можешь задать?
Ничего не пишет пока. Ты же можешь без акцента говорить. Но у меня небольшой акцент есть. Когда только-только в Самару переехал, был очень сильный акцент у меня. Сейчас более-менее. Но когда езжу туда, Хасавюрт говорят, что у меня русский акцент появился. Как я тебе покажу ее, если она мне не добавила еще? Что было срочно? Алейкум ассалам, здравствуйте, нормально дела, у тебя как дела? Привет. Привет. Как дела? Нормально дела? Самое главное. Просто ты замкнул, я пока сам с собой могу поговорить. Давай Илона добавлю. Не лайкайте мне, пожалуйста. Ха-ха. Интересно? А, все, да. Говоришь, не лайкайте, назо лайкает. Говоришь, лайкайте, не лайкает. Она мне хоть добавила, друзья. Сейчас зайду последнее. Очень красивая, как-то что-то получится. В перевозчиках, когда буду я. Это не ты? Очень похоже вообще. Нормально же? Ну так. Как дела? Вообще супер. Вообще супер? Ну я вообще рад за тебя сильно. Ну ты вообще откуда? Я с далекого города. Камчатка, что ли? Ну, чуть повыше. Новый город? Новая земля, то есть? Нет. А откуда? Магадан. А? Магадан. А-а-а. Испали. Это кто? Май. А? Май. Подружка. А кто по нации ты? Русская. А, я думал, Магаданка. А сколько лет тебе? 21. А тебе вопрос можно задать? Какой вопрос? Нет, вопрос, говорю, можно задать вопрос? Ну, задавай вопрос. Чем отличается купальник от нижнего белья? Какие-то странные вопросы ты задаешь. Тебе не кажется? Нет, для, просто... Для детского сада, нет? Просто мне реально интересно, почему девочки стесняются в нижнем белье ходить, а в купальнике не стесняются. Ну, наверное, потому что это для пляжа, а нижнее белье это какие-то интимные вещи более, наверное, да? Согласись? Не соглашусь. Купальник тоже интимный. Ну, купальник это для пляжа, это на выход, это загорать, это купаться. Не, а почему нижнее белье нельзя, например, стесняются? Все равно, что в купальнике, что в нижнем белье, все то же самое же видно. Ты замкнула, блин, на самом интересном моменте, когда я хотел узнать ответ. Ты что, идешь свой купальник показывать мне? Да. Сейчас перейдем. Что скажу?
Подожди. Купинец, блин. Теперь не видно. Ног со стола убери свои. А света нету? Ну, как-то неприлично свет. А как ты хочешь, чтобы я что-то увидел? Что? А как ты хочешь, чтобы я что-то увидел? Ну, я в данный момент не могу, извините, простите. Не, ладно, прощаю. Так, ты мне не ответил, чем отличается купальник от нижнего белья? Я же ответила. Нет? Что я шел? Ну, заново ответь, я не услышал после ответа. Чего? Я просто ответ не услышал, заново ответь, пожалуйста. Ты что, я тебе популярно, по-моему, отвечу, я прям. Ты на улице? Я в такси. Ну, я думал, ты не в такси. А куда едешь? Домой. А где была? В ресторане. А, ну хорошо. Что кушала? А, это бар. Даже вот так. А что кушала? Коктейли пила. Салат кушала. Вкусно? Неплохо, да. А, ну хорошо. Кушай тогда. Роман, как учеба? Я же не Роман. А как? А почему у тебя Рома написано? Ну, Рома — это Рома, Роман — это Роман. А, да. Ну, полное имя Рома — это Роман? Нет, Рамазан. А, Рамазан? Ага. А тебя как зовут? Анастасия. Анастасия? А, хорошо, Анастасия. Махачков не собираешься? Да, собираюсь уже. Я это чемоданы приготовила, кстати. Серьезно? Серьезно? Собираешься? А? Собираешься? Куда собираюсь? Махачкову. Ну, да, летом. Там увидимся, да, с тобой? Конечно. Ты напиши мне в директе, чтобы я знал, кто ты. Что? В директе, говорю, напиши мне, чтобы я знал, когда тебя встречать. Обязательно. Хорошо тогда. В ресторан сходим. Договорились. Хорошо. Не устал еще общаться? А? Не устал еще общаться? Ты, походу, устала, да? Да нет, просто я в такси тут еду, все слушают. Все это кто, таксист, что ли? Ну, водитель там, подружка. Ну, водитель, скорее всего, нормальные диски поставил. Кого? Диски, диски. С музыкой. О, спасибо, скажи мне. Да, он и так слышит, я думаю. Спасибо, водитель. Ты лучше. За нее этот, двойную оплату возьми с нее. И зарплата, как это говорится. Ну, наш город. У вас еще так темно, что ли, уже? Если... Ну, тут окна тонированные просто. А, ты крутая только на тонированных машинах ездишь, да? Да нет. На приоре, ну. У приора вообще хорошо. Да. А сколько времени у вас? Ой, что-то ничего не видел. А времени сколько? 12 часов. Ночи? Ну да. Охренеть. А у вас день? 5 часов у нас, у нас день. Ну сейчас. Меня не видно, да? Не видно, да. Как доедешь, я тебя добавлю заново. Просто сейчас ничего не видно.
Жома красавчик, блин, на конца смотрит. Подожди, конечно. Джоли Суэда. Я тебя сейчас добавлю в эфир, обоснуешь свои слова. Аргументы приведешь, дабы доказать, что мы такие. Привет. Язык, покажи язык. Привет. А как дела? Что? Как дела? Хорошо, как у тебя? Нормально. Чем занимаешься? Ничем, учусь, а ты? Ничем, сижу. А ты? А ты откуда? А я тоже. Откуда ты? Хаса. С Хаса, блин, почему я тебя брал с Хаса? Как-то что думаешь, получилось бы? Напиши мне тогда в директе. А этот пока Джоли Суэд, да, идёт со мной в эфир. Ты вышел или что? Ну ты петух, ты знай. Я тебя увидел, что ты прячешься уже. Хань, убери! Вы что, пиндикюр делаете? Ань, убери, блядь, я сказала, ты ебаный! Ну, Ань, блядь, убери, блядь! Она же сказала! Ну, когда пиндикюр... Пиндикюр. Так и не ответили на мой вопрос про купальник. Олла, олла. Как? Олла, это на испанском приветствии, да? О, спасибо, ты тоже очень милая, хорошая и восклицательная. О, почем? Разная цена. А? Разная цена. На меня есть что-нибудь? Нет. Ну, на детей моих? У нас детские. Турецкие. А? Детские у нас. Ну, он еще не родился? А, еще если не родился, у нас в коробке есть. Новорожденный. Ну, через 8 месяцев и 3 недели родится. Ну, тогда у нас коробки есть новорожденные. Коробки? Ну да, коробки-то, которые новорожденные. А костюм есть? Ну да. Покажи. Все, самый красивый хочу. А что я в коробке? Своего ребенка в коробке буду встречать, что ли? А что, своего ребенка в коробке должен встречать, что ли? Сама ребенка в коробке? Ну да, как буду ребенка в коробке встречать? Нет. А что ты за коробку предлагаешь мне? Ну, они там в коробке. Сама так называется одежда в коробке. Новорожденные для... Ну, в коробке они. Как понять новорожденные в коробке? Ну так, в коробке. Новорожденные одежды в коробке. Это как? Это так. Как? Блин, так. Ну как? А что за коробка такая? Коробку я же показала. Не показала? Показала. Где? Показала.
Где? Вот видите, у нас какой хороший магазин. Не заходите мне в магазин, мне когда коробки предлагают у них. И не показывают, только предлагают. У тебя дети есть? У тебя дети есть? Есть. Они тоже в коробке ходят или что? Да, в коробках. В коробках? Да. В коробках? Да. Ничего себе. Ну, все-таки деньги на одежду не пожалеешь, снимешь их в коробку. Хорошо. А? Хорошо, говорю. А, ну хорошо. А где магазин находится? Питер. А, ну хорошо. Эй, ладно, мне тут. Когда дети будут, я тебе наберу, хорошо? Ага, хорошо. Коробка. Надеюсь, у меня мама в коробку. В коробку не одевала. О, привет. А что я сам себя слышу? Сам себя слышу. Не знаю. Ну, узнай. Как? Ну, спроси. Спроси. А вопрос, вопрос можно задать? Вопрос можно задать? Ну, давай. Чем отличается купальник от нижнего белья? Чего я не слышу? Чем? Чем? Отличается? Отличается. Купальник? Купальник. От нижнего белья. От нижнего белья. А? А? Ты чё так орёшь, а? Ты же не слышишь. Ты же не слышишь. Не ори так. Я испугался. Ну чем отличается? Чем отличается? А ты знаешь? Если бы я знал, я бы не спрашивал. Я тоже не знаю. А ты загораешь в купальнике? Загораешь в купальнике? У меня? Нет, ты загораешь. Нет, ты загораешь в чем? Загораешь, говорю, в чем? Загораешь, лежишь на пляже, в чем? Короче, я тебя не понял. Ну хорошо, надо не понимай. Я говорю, загораешь, что не поняла, говорю. Те, кто тратит столько денег, заслуживают... Купальник, ну я понял, а почему в нижнем белье нельзя искупаться? Пэлла, тормози тут такие вещи, пишет мне. Я же убрал ногу со стола. О, Залинка, отправь мне эфир. Ой, запрос прямой эфир. У девушки свои принципы. Ну, какой принцип, скажите, пожалуйста. Ткань, а почему девочки стесняются ходить? Рома, привет! Привет! Как ты? Нормально, ты как? Нормально, дома. Что делаешь? Ничего, по городу. А что ты вчера в онлайн это не заходил в прямой эфир? Кого? Вчера не заходил? Кого? Прямой эфир не заходил? Кого прямой эфир? Свой? Да, конечно, свой. А, нет, а что? Да ничего, вчера ждала, думаю, когда зайдешь. Девчонки не хотели с тобой поболтать. Эй, Руслан, твой пахан такой, ай, извините, пахану перемотал. А что на девчонки были? Подружки. Красивые? Красивый, красивый. Ну, где они сейчас? Дома отдыхают. Точно красивые? Да, но лучше меня, конечно. Лучше тебя разве люди есть? А ты своих детей в коробке одеваешь? Чё? Своих детей в коробке одеваешь? Чё одеваю? Чё ты орёшь? А потому что не слышу, а? Детей своих в коробке одеваешь? В коробку?
Ага. Зачем в коробку их одевать? Я не знаю. Просто свитер в коробке одевают. Ну, это, наверное, некоторые люди так одевают. Я-то что буду их одевать-то? А что кушать приготовила для мужа? Чё? Кушать что приготовила для мужа? Грибы. Что за грибы? Шампиньон, что ли, или как? Кайфовать будете, галлюцинации сейчас будут у вас. А это что, ауча? Вкусно, да, наверное? Будешь? Не. Почему? Ну, погадайся. Открой рот. Нельзя мне говорить, открой рот, говорит, еще есть. Открой, а, ты пост. Ради Аллаха, прости меня. Да мне все равно. Не-не-не, блин. Кушай, кушай. Не, я сегодня не держу. У меня голова болела. Блин, таблетку выпила. Ну, выпей еще одну. Блин, ради Аллаха, простите меня, кто тут пост держал, пожалуйста. Тормози ты нормально все. Я блин, аучу... меня трясет, блин. Аучу с солью кушал всегда я. Блин! Что я сделала? Да нормально все, что ты так усугубляешь. Блин, мне плохо, аж меня трясет, блин. Ну, потрясись, успокойся. Все, простишь, да? Простите меня, пожалуйста, кто-то. Прощаем, конечно. Чтобы мне плохого не писали. Че я только что спрашивал? Только что? На этап, приходите кушать. А учу с солью кушала? Рома, не портите подушки. Солью, конечно. А, хорошо. А нового что у тебя? Я хотела нового что-то рассказать, забыла. А мне знаешь, что бесит? Девчонки такие классные заходят, такие стрелки себе делают, и потом сидят вот так вот. Ну что, зря стрелки делают, чтобы все увидели. А потом вот так вот, зачем на пол лица показывать, я не знаю. Ну, денег не хотела. Я вот некрашенные, как чучело сижу же. Ну, ты замужем, у тебя дети из-за этого. Да ладно. Я всегда такая была. Я всегда такая была, и в школу так ходила, и на работу ходила так, меня заставляли краситься. Ну, не красил? Ой, красил. Да ладно, зачем? А где муж? На работе. А где работает? Бакалей. А Калей? Бакалей, знаешь? Это что такое? Ты что болтаешь в Самаре, оптовый рынок, не знаешь? Оптовый? Нам не модно, я не русская. Где находится Бакалей? Алматинском, что ли, там как эта улица? Алматинская? Там, это, да, да. Это где... Алматинская. Это железнодорожный район? Да, там есть что-то такое. Там рядом, знаешь, что это? Зубчининка рядом. А, ну это вообще за городом же получается. Зухра. Зубчаниновки это бывает. Шмаль продают, шмаль. А что такое шмаль? Шмаль, ну это шмаль. Ну, шмаль что такое, не знаешь, что ли? Травка, косяк. А, подожди, зухра, ну сейчас зухру добавлю, подожди. А, давай. Привет, скажу. Привет. Видели, да? Это вы этого еще не видели, это моя зуха. Она думала, что я по фристайму звоню, она перепутала. Из-за этого так кушала. Я тут не один час, я тут 38 минут. Привет.
Я сдохла. Почему? Не сдохла, сдохла. Привет. Привет. Откуда? Из Саранска. Хорошо. Отлично. Неплохо. Чем занята? Ничем. Хорошо. А кто по нации? Татарка. Ладно, ну хорошо. Хитрая? Чего? Хитрая? Не знаю. А в татарке хитрые бывают? Значит, хитрые. Алейкум ассалам. Ну, даргинцы хитрее. А этот? Вопрос можешь задать? Конечно. Я знаю, какой вопрос. Чем отличается купальник от нижнего белья? Да. Чем? Ну типа, тканью. А, нет. Ткань хорошо. Ткань. А почему девочки стесняются выйти в пляж в нижнем белье, чем в купальнике? Ну, потому что нижнее белье, оно, типа, менее плотное, чем купальник, и когда в воду зайдешь, оно будет просвечивать, а купальник не будет. Нет, просвечивать все равно, там, хочешь, не хочешь, все равно все видно бывает. Но я не смотрю. Просто некоторые стесняются, не знаю почему. Но некоторые, что, большинство. Понятно. А ты не стесняешься? Я, ну, блин, как бы на пляж положено выходить в купальнике, поэтому я выхожу. А если купальник забудешь? Чё? А если купальник забыла дома? Ну, значит, не буду купаться. А загорать будешь? Нет. Охренеть. Если бы я, например, шорты забыл, я бы в трусах купался бы. Или без трусов. У нас пляж есть, ну, этот... Где находится пляж, где голые купаются все? Загородный пляж называется, недалеко от нас. А, там голые купаются все, прикинь. А ты из Самары? Из Самары. Понятно. Я хочу в загородный пляж пойти. Ну, не купаться, просто понаблюдать. За голыми? А все ты знаешь. Ну да, ну не за одетыми же. Понятно. Вот так вот. Сколько тебе лет? 15. Серьезно? Да. Ух ты, а в каком классе учишься? 9 закончила. А, у вас же каникулы? Да. Как каникулы проходят? Нормально, дома сижу. А что дома сидишь, на улице сидишь? Дождь постоянно идет на улице. А, у нас тоже сегодня дождь был? Вот так. А, ну нудистский пляж, нудистский пляж пойду. Кто со мной вместе пойдет? А как зовут тебя? Рухшона. Рухшона? А коротко? Ну, так и называют, по полному имени. По полному? На себе. Вот. Ну, хорошо тогда. Ну, ладно, давай. Пока. А иду тогда у остальных спрашивать, чем отличаются. Ну, давай, удачи. Давай, тебе тоже хороших выходных. Зухра, родная, где ты? У Зухру спрошу самый актуальный, самый интеллектуальный ответ. Зухра даст, наверное. А что Зухра со мной? Фиг не уходишь, что ли ты? Я думал, все серьезно у нас. Отклонила, что Зухра? Чем интересно отличается? Я не знаю. Прими, говори, 98.05. Принял, отклонила. Валикум сам. Валикум сам. Иван Риткач, здорово. Мусультинский, да, брат? Да. Откуда ты узнал? Что обсуждать? Отличие нижнего белья от купальника обсуждаем. Обсуждаем то, что интересуемся. Пусть держишь, держишь. Привет. Привет, конечно. Как дела?
Ты кто по нации? Дорогие, не с по нации. На третьем курсе. Кто такой Иван Ирфикач? Это боксер. Как можно его не знать? Позже в эфир зайдем вместе. Хорошо? Проблем нет. Добавлю Ивана. Какого Ивана? Привет, Андергеймс. Я Андергеймс. Она не добавляется что-то? Зухара, ты же зашла раньше. Задай другой вопрос. Какой? Не, что не? У меня 6 утра сейчас тут. Охренеть, 6 часов утра вот. У нас 6 часов вечера. Ну, да, вечера. 12 часов разница, прикинь. На розу поедешь, Масуты? Не, а на розу я сама не буду. Я выезжаю только 6 июля. Зухра, это моя постоянка. Такая бомбовая. Бой вечером, 5 вечера начало. Я сейчас... Вау, удачи тебе, Иван. Я буду смотреть. Тоже зависаю? Ну, ты чуть-чуть относительно зависаешь. Откуда? Ну-ка, близкого добавлю, близкого, если он выйдет. Это красавчик такой. Хас, иншалла, в июле. 6 часа выезжаю, подружу. 7 часа буду в хасе. Салам алейкум, красавчик. Алекс, салам. Что делаешь? Рома, я без личика, себя показывать не буду. Ну хорошо, лицо покажешь, хватит. И а Зухра это такая, почему все пишут про Зухру? Ну, потом скажу в директе. А то если я не скажу, она обидится. А не нет такой Зухры? Лучше не надо. А что дома? Что-нибудь добавь сюда, я понаблюдаю. Ну подожди, с тобой пообщаюсь, потом добавлю. А что, дома? Да. А не знаю, делать нечего. Ну, в Самару тогда приезжай. Сейчас я выезжаю. Да? Давай. В начале июля давай. Когда? В начале, в конце июня. А ты приготовил там что-нибудь? Так что газуй. Хорошо. Давай, ждем. Сам давай, не маленький. Давай, даю. Зухра, ты же не уходишь со мной в эфир. Почему? Что я плохого тебе сделал? Как мой живот урчит. Бэл, ты почему я 100 запросов отправляешь в эфир? Почему? 100 запросов отправляешь, почему? Ну я когда запрошу, сразу у меня отправляется. Да, хорошо. А что, нельзя тебе запрос отправлять? Можно. А что тогда говоришь? Блинчик, когда кушал последний раз? Подожди! Вот там у тебя что, зубная щетка? Вот туда сделал? Да, заряжается. Прикольная. А что? Прикольная. Это мне подарили. Еще классно. Удобная? Аж хорошо видно стало, да, для меня? Удобная? Да. О, нос есть удобно. А, секунда становится. Кто такая Зухра? Зухра моя девушка. Виктор, да твоя пахана заряжается. А? Вот Рома самый добрый человек в мире. Он никогда не матерится. Почему вы его заставляете такие слова говорить? Конечно. Не понимаю. Вообще. Засунь в нос, в ноздрю.
А, еще пожалуйста, я потом рот чувствую. Ну, помоешь. А ты что, брезгуешь самого себя? Нет. Брезгуешь самого себя? Нет. Или в ухо, давай. Задницу не засунуть? Не. Щекотно? А в нос? Да нет, с другой стороны. Не засуну я? Ой, слабак, вообще ничего не можешь. Купи, возьми себе зубную щетку, пойди. У меня же не такая. Ну и что? Нет, такая была бы, я бы засунула. Ну, купи такую. Хорошо. Хорошо. Вот это такая прикольная девушка была. Какая? Которая алчу поела и, ну, извинялась. А. Классно. Да. Ну засунь в нос. Ну засунь. Ну засунь. Какой язык чистый у меня? Засунь в нос. Тормози да за своим носом. Да тебе что, сложно? Сложно, неприятно, мерзко. А ты пробовал? Нет. Тогда давай. А все, Шамиль, понял. Понял, что будет. Тупица, меня оскорбляйте, пожалуйста. Не успела девочка добавить, сразу матом покрывать сноб до головы. Для чего? О, Кадырова. Какой у тебя рост? Рост 1.94 м. Ты в эфире? О, привет. О, привет. Как дела? Хорошо. Откуда? Я что-то даже не поняла, что я в эфире уже. А, мне это не в эфире, тебе кажется. Чего? Ты не в эфире, тебе кажется. Почему-то я плохо слышу. Ты не в эфире, тебе кажется. Да не кричи, я все, я слышу. У тебя переходный возраст? По мне видно, да, по лицу? Да. Спасибо. Ты дразнишь меня? А? Ты дразнишь меня? А что, чего? Не знаю, смеешься странно. Смешно просто. Смеешься странно, говорю. Смешно просто говорю. А, понятно. Ну, так вот. Сколько лет тебе? 16. А, ну, все-таки переходный возраст. Да. Ну ничего, года два потерпи еще. Да потерплю, уже не могу. Терплю, как могу. А? Б. А, ну хорошо. Да? А, Шамиль, все, просто не увидел первый раз. Мама по запуску окончился где-то. Привет. Подожди. Это не просто горы, это мраморные горы. А мраморные, секундочку, очень дорогой. Привет. Привет, как дела? Нормально, ты как? Я, да, отлично. Слушай, расскажи, пожалуйста, просто вообще не сильно разбираюсь, что вот за продукт, который девушка ела, что-то на А называется, вроде, что-то. А у тебя? Вот что это такое? Это овощ. Овощ? Да. Да ладно, я первый раз просто слышу. Ну это овощ и мясо внутри. Это как такое возможно? Ну ее готовят, запекают, значит, берут овощ, ну аучу, туда фарш суют, получается фаршированная ауча. Ясно.
Я просто не очень разбираюсь в таких продуктах. Ты меня, ты обманул, да? Знаешь, где получается фаршмак? Господи. Фаршмак. Фаршированный алчаху. Блин, смешно. Ну, надо будет попробовать как-нибудь. Напиши в интернете, как приготовить. Я боюсь, что мне какой-нибудь порно выдаст, если я это напишу. Не, не выйдет. Ты уже забивал? Нет, конечно, я знаю, что это блюдо. Фаршмак называется. Ясно. Как приготовить фаршмак, куда выйдет? Ладно, как-нибудь потом напишу. Напиши, вкусно очень. Хочешь собаку покажу? Ну, давай. Марда, иди сюда. Я как я не люблю таких собак. Это доберман. В смысле, да хоть захруман. Это доберман. Захруман. Просто щенок, маленький доберманчик. Он какой маленький, он как я, просто маленький, что ли? В смысле? Он щенок еще. Покажи его. Рот закрой. Лает он. Щенок еще. А почему такой лающий? Не знаю, потому что у меня за окном идет стройка, и ему не нравится. Ну, пускай нравится. А тебе понравилось, если бы у тебя постоянно за окном строили? У меня вот только ремонт закончился, на улице во дворе делали ремонт. Да у меня вообще за окном какая-то жесть. По ночам пьяные поют, с утра в 8 утра церковь звенит, а днем стройка. Ты что, в Хасавюрте живешь, что ли? Нет, я в Москве живу. Ну, странно, просто в Хасавюрте все то же самое будет. Я в Северное Бутово, может, из-за этого. А? Северное Бутово. А, я да, вот она, вот, да, да. Да, это очень страшный район. Ну, не выходи тогда на улицу. Ты за этого собаку купил, чтобы отпугивал? Да. Сразу видно, такая злая собака, сразу видно. Не, на самом деле он очень добрый, но знает команд. Мат? Команд. Ну-ка, скажи команду ему. Ну, это на улице в основном. Дома он не выполняет их. Ну, ты скажи, может, дома думаю. Дома только сидеть может, но для этого мне надо встать. Ну, а встань. Мне... Да мне лень. Ну, встань. Да я в кровати валяюсь, мне ты хорошо. Ты сидишь, а не валяешься? Потому что мне через час на работу выезжать. Сколько тебе лет? Мне? Девушке всегда 17. А тебе? 18. Ну, ладно, мне 18. А где работаешь? Я фотограф. А ну-ка, сфоткай меня так. Ты серьезно? А что, так уже не модно фоткаться, что ли? Не, суточкой никто не фоткается. А таким задумчивым взглядом? У тебя не задумчивый, у тебя больше любопытный взгляд. Задумчивый. Не получается, да? Не. Ай, блин. А ну-ка, ты покажи-ка, надо фоткаться. Да, я ж фотографирую, а не фотографируюсь, так что... Ну, а как, основное, какая поза бывает там у них? Ну, смотря, что именно вы хотите получить. То есть, я больше концертный фотограф, то есть, у меня там не позируют. То есть, это я должна поймать кадры. А, вот такие вещи, да? Такие, да? Ну, типа, да, типа такого. Вот. Если я людей фотографирую, то... Я не люблю именно, чтобы они позировали, я просто говорю, типа, все, давайте, вы живете своей жизнью, а я ловлю кадры. Очень интересно получается, ну, если кому-то интересно сейчас, мини-пиар из себя, можете меня вот как раз в аккаунте посмотреть. Поняли, да? Ну, это если интересно, я не настаиваю, как бы. Вот. Если бы я в Москве жил, я бы тебе пришел пофоткаться. Ну так приезжай в гости, пофоткаешься. Ну зачем я тебя пофотографирую? Шаг в твой дом не сделает, эта собака нападет на меня. Не, не нападет. Если я ему не скажу, он не нападет. Ну-ка скажи, чтобы напал. Зачем? Ну пускай. А на кого? На кого он будет на дверь нападать? А что? Ну, типа, человек же должен быть, он же не просто так, он же не может напасть на. А что отключилось-то? Мама позвала просто.
Что там гучи-мучи? Давай, да, Марина, пожалуйста. Здравствуй. Ну, здравствуй. Вообще? Как дела? Мари... Что? Как дела, говорю, Мари, говоришь. Дела хорошо, твои как дела. Не дела, дела. Дела, дела тоже хорошо. А дела как? Дела что такое вообще? Дела отлично. Нет, так сказала, как дела. Хорошо, как ты дела. Хорошо, как ты дела. Сколько лет? 24. Ты серьезно? Да. Ну, я тебе лет, сколько раз запрос отправила? Лет 16, лет 17, думал тебе. Чтоб ты спасибо. Ее добавил. Конечно, это мне... Кто по нации? Лезгинка. Серьезно? С какого города? С Дербента, что ли? Дербентская, но я в Астрахани, учусь тут. А, ну, в Махачкале бываешь? Нет. А, ну тогда мы в Дербент поедем. Хорошо. Ну, встречай тогда. Обязательно. Если сама там буду в этом году, то обязательно. Хорошо, вместе на набережную пойдем. Да. 10 секунд до конца эфира осталось. Если эфир выключится, это что, не я тебя отключил. Я поняла, поняла, хорошо. Пока. Пока.